После ввода мощных антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек российский автопром лихорадит, и минувшая неделя не принесла рынку облегчения. Компании живут одним днем. Почти все иностранные заводы продолжают простаивать, и время от времени список приостановленных дополняет кто-то, еще не отметившийся в сводках. Случаев выхода из вынужденной спячки зафиксировано ровно два. Это белорусский завод «Джили» и московский завод «Рено». Но второй случай рассмотрим отдельно. А под конец недели директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг разрядил обстановку, заявив, что все компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке. Начнем с рассказа, какие из российских автозаводов, вопреки санкциям и логистическим проблемам, продолжают выпускать автомобили. Ведь конвейеры калужского завода Volkswagen Group Rus, петербургские площадки Toyota, Nissan и Hyundai давно стоят. При этом другое предприятие, где делают корейцев, Калининградский автотор, продолжает работу. Правда, запаса комплектующих хватит примерно до конца марта. Об этом говорят калининградские чиновники. У «Мазды» во Владивостоке похожие складские остатки. Загружен лишь калужский PSMA «Рус», что выпускает «Пежо», «Ситроены», «Опели» и «Митсубиши». Впрочем, заводчане честно признают, в нынешней ситуации перебои неизбежны. К тому же на руководство концерна «Стеллантис» давит французское правительство с тем, чтобы завод все-таки остановить. Зато работу вдруг возобновил борисовский завод «Белджи» в соседней Белоруссии, хотя ранее простой планировался с 16 марта по 1 апреля. По данным ресурса «Китайские автомобили», за пару дней выпустили минимум 300 машин. По большей части это кроссоверы «Geely Coolray». При этом британская газета Financial Times 24 марта написала о том, будто китайская компания приостановила работу в России и оценивает репутационные риски. На деле же оказалось, что белорусский завод в тот день уже снова работал. В меньшей степени проблемы коснулись завода «Хавейл», что в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. То ли китайцы успели заранее запастись деталями, то ли оперативно наладили поставки компонентов, но именно этот конвейер движется почти без перебоев. Впрочем, в Нижнем Новгороде ситуация похожая. Ведь группа «ГАЗ», пожалуй, единственная компания, которая действительно готовилась к введению санкций. Фактически «ГАЗ» живет под угрозой санкций с 2018 года. Нет, проблемы тоже имеются, и на всякий случай завод готовится к введению трехдневной рабочей недели в апреле. Но пока «Газели» и «Газоны» отгружаются дилерам без мхатовских пауз. Из Ульяновска сведения приходят противоречивые. Совершенно точно, что УАЗ некоторое время стоял, но сейчас снова выдает «Хантеры» и «Патриоты». Правда, без модных автоматических коробок, но выдает. Корпорация IHI приостановила деятельность совместного предприятия Alpha Automotive Technologies, сообщает японская газета Nikkan. Японцам принадлежит львиная доля в СП, но 17% владеет московская АМО-ЗИЛ. Не удивляйтесь, публичное акционерное общество «Завод» имени Лихачева не просто существует, а продолжает деятельность. Притом главным видом значится аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Что касается фирмы Alpha Automotive Technologies, то этот завод прямо в Москве занимается штамповкой кузовных деталей для российских автозаводов, а также подсборкой автокомпонентов. Это старожил рынка, который штамповал кузовщину еще для первых «Логанов», и недавно переехал со старой территории ЗИЛа в свежий цех в Западном Бирюлеве. Так, именно отсюда лицевые панели уходили на московский конвейер «Рено», где делают кроссоверы «Аркана», «Дастер», «Каптюр» и «Ниссан Террана». Кроме того, предприятие выполняло заказы «АвтоВАЗа», «Даймлера» и калужского PSMA «Рус». Что происходит на самом деле, мы не знаем. Запрос канала «Автоплюс» не стали комментировать ни сам завод ААТ, ни московское представительство IHI. Не называет срок приостановки и японская пресса. Однако со ссылкой на свои источники пишет, что решение продиктовано политикой, а не какими-либо другими проблемами. Московский завод «Рено», простаивавший 3 недели с начала марта, раздобыл необходимый объем комплектующих и сумел было запуститься. Однако группа «Рено», крупнейшим акционером которой является правительство Франции, отреагировала так, как того требовала западная общественность. В итоге московский завод немедленно остановлен спустя всего лишь 2 дня после возобновления работы.
С одной стороны, в концерне стараются соблюдать все международные санкции против России, а с другой напоминают, что перед группой лежит огромная социальная ответственность, поскольку на ее российских заводах работает 45 тысяч человек. Что касается «АвтоВАЗа», главным собственником которого является Renault, то сейчас компания, цитируем, «оценивает возможные варианты с учетом текущей ситуации». То есть конкретного решения по поводу главного российского актива нет. Напомним, французский концерн владеет российским автогигантом почти на 70%, а оставшаяся треть ценных бумаг принадлежит госкорпорации «Ростех». Сам «АвтоВАЗ» поспешил заявить, что руководство автогиганта внимательно следит за развитием ситуации. А главное, плотно контактирует со всеми заинтересованными сторонами. Это российские власти разных уровней и акционеры. Кроме того, в Тольятти и Ижевске предпринимают максимум возможного, чтобы сохранить 40 800 рабочих мест. Например, летний корпоративный отпуск перенесли на апрель. С 16 по 18 марта Волжский автозавод собрал небольшую партию «Грант» и «Нив», а в конце месяца российская марка номер один даст рынку некоторое количество «Вест». А дальше будут восстанавливать логистические цепочки. Попутно научно-технический центр автогиганта сейчас активно работает над заменой некоторых критически важных импортных компонентов. Как отмечают самарские чиновники, альтернативными поставщиками могут стать азиатские производители. А еще некоторые модели «Лады» обзаведутся специальными версиями, которые, прямая цитата, «будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих». Их начнут отгружать дилерам через несколько месяцев. Сами заводчане по давней традиции называют такие машины ободранными. Предположим, что в них не будет подушек безопасности, антиблокировочной системы и других сложных компонентов. Сейчас, как сообщает паблик «Автоград Ньюс» во ВКонтакте, несколько подобных экземпляров отправлены на Дмитровский полигон НАМИ, чтобы понять, насколько упрощенные «Нивы» и «Гранты» пригодны для эксплуатации. Пока в России автозаводы стоят или работают в полсилы, европейский автопром тоже свалился в серьезный кризис. Дело в том, что дешевизна украинской рабочей силы привлекла множество производителей автокомпонентов. Государственное агентство Ukraine Invest насчитало аж 22 бренда и 38 заводов. Неясно, все ли из них работали, но специализация известна. Это процессы с высокой долей ручного труда. Если не считать кожевенный завод немецкой фирмы Badr, то как минимум 17 заводов поставляли электрокомпоненты и провода. Это фирмы Leoni, Fujikura, Nixans, Sumitomo Electric, Pretel, Kromberg & Schubert, Yazaki, Aptiv. Ирландская Aptiv еще в феврале вывезла из Украины крупносерийное производство. Остальные заводы, сконцентрированные на западе страны, встали. Скажем, немецкая фирма Leoni управляет площадками в Стрые и Коломые, где работало 7 тысяч человек. Всего в индустрии занято 60 тысяч человек. По разным оценкам, речь может идти о 15% электродеталей, необходимых Европе. Сократили производство BMW, Porsche и Skoda. Ford на неделю останавливал выпуск фокусов в немецком Зарлуи. Застопорилось производство Fiesta в Кёльне. Завод в Испании не выполняет план по минивэнам Galaxy и S-Max. А в польском Познане с 10 марта не выпускают каблучки Ford Tourneo Connect. Mercedes замедлил венгерский завод в Кечкемете, где выпускаются переднеприводные A-классы и CLA, а также электрический кроссовер EQB. Глава Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что недопоставка деталей из Украины, помноженная на дефицит микрочипов, повлияли на большинство европейских филиалов. Головной завод в Вольфсбурге стоял 2 недели и восстанавливает сейчас процессы с упором на семейство Golf, тогда как Tiguan, Туран и Seat Tarraco делают по остаточному принципу. 2 дня простаивал завод в Братиславе, который выпускает большие кроссоверы Audi, Volkswagen и Porsche. Электромобильные заводы в Дрездене и Цвикау отдохнут как минимум до апреля. Решением видится срочная переориентация производственных планов на Америку и Китай. Audi пришлось остановить заводы в Неккарзульме и Хайльброне. Это гигантский кластер, который выпускает почти все легковые модели марки. Отдельные конвейеры стояли с 7 марта, другие замерли недели позже. Не хватает деталей и венгерскому заводу Audi в Дьоре, который помимо кроссоверов Q3 и спорткаров TT делает широчайшую линейку двигателей, включая и хорошо известный у нас турбомотор 1.4. В целом ситуация должна стабилизироваться к концу марта или началу апреля.
поскольку производители дефицитных проводов и других электрокомпонентов попросту наращивают выпуск на других своих заводах. По большей части подобные производства расположены на востоке Европы – Румыния, Венгрия, Молдова – или в Северной Африке – Марокко и Тунис. Обратимся к большим машинам. К санкциям, создавшим столько проблем для российских марок, лучше всего приспосабливаются белорусские производители. Помнится, несколько лет назад мы посмеивались над белорусским пармезаном, хамоном и морепродуктами, которые наводнили рынок после того, как Россия ограничила импорт европейских товаров. Похоже, что ситуация может повториться. Евросоюз запретил поставлять на территорию России грузовики массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощнее 400 сил, а значит, перевозчики разом останутся без импортных тягачей и самосвалов. Российский КАМАЗ занять освободившуюся нишу, как известно, не готов. Свежие модели К4 и К5 оказались буквально напичканы иностранными комплектующими, так что основой производственной гаммы на ближайшее время стала древняя серия К3, пусть и многократно модернизированная. У минского автозавода линейка машин заметно свежее и разнообразнее. У него есть более современные кабины, собственные мосты и даже моторы и трансмиссии, так как МАЗ загодя создал несколько совместных белорусско-китайских предприятий. В частности, завод МАЗ Вейчай делает дизельные и газовые моторы Вейчай мощностью от 190 до 460 сил, а предприятие Fast MAS собирает 6, 9 и 12-ступенчатые механические коробки передач марки Fast Gear. Рядные шестерки Вейчай считаются удачными. Китайские перевозчики называют их одними из лучших. Их межсервисный интервал составляет от 45 до 60 тысяч километров, в зависимости от того, на каком грузовике установлен двигатель. Китайскими агрегатами белорусского производства можно оснащать любую технику, от магистральных тягачей до сверхтяжелых самосвалов. Притом моторные и трансмиссионные заводы готовы ежегодно давать по 20 тысяч единиц продукции каждый. Это много. А значит, вместо ставших санкционкой Volvo, Scania и MAN-ов, строители и перевозчики смогут закупать новые МАЗы. На минской выставке Будэкспо автозавод представил несколько новинок, созданных для строительной отрасли. Это автокран и несколько самосвалов, включая тяжелый четырехосник грузоподъемностью 30 тонн. Также минчане успешно выигрывают тендеры на поставку автобусов для российских городов. Притом, если ЛиАЗ и НЕФАЗ больше не смогут закупать импортные автоматические коробки, то МАЗ запросто. Кстати, об автобусах. Отечественные производители автобусов оказались в таком же тревожном и непонятном состоянии, как и другие участники рынка. Все автозаводы отчасти зависят от импортных комплектующих, особенно в сегменте больших автобусов, где так важны автоматические коробки и портальные мосты. Собственно, вся конструкция современного городского автобуса подчинена одной задаче — понизить высоту пола. Это невозможно осуществить, не используя портальные мосты, лучшими из которых считаются изделия фирмы ZF. Впрочем, вместо продукции ZF, Dana и Raba можно запросто закупать антисанкционные китайские Ханьде. У группы Вейчай есть сверхсовременный завод Шаньси Ханьде, что делает мосты для пассажирской и грузовой техники. Так что главная потеря — это автоматы от Эллисон, Фойд и ZF. Производители не исключают, что часть автобусов даже придется оснащать ребилдом, то есть восстановленными агрегатами со старых машин. С двигателями ситуация попроще. Даже если Каменс решится покинуть российский рынок, в Ярославле делают толковые дизельные шестерки, а для техники малого класса Заволжскому моторному, похоже, придется возобновить выпуск бензиновых моторов V8. В любом случае, на ближайшие месяцы флагманы отрасли, Ликинский и Нефтекамский заводы, имеют некоторый запас компонентов. А дальше заводчане ждут локализации компонентной базы и смягчения экологических норм. Кстати, о массовом производстве электробусов, ЛиАЗ и НЕФАЗ, похоже, придется забыть. В батарейных базах слишком много импорта, а китайские компоненты из-за резкого падения курса рубля становятся почти золотыми. Интересно, не жалеют ли московские власти о том, что поторопились выселить из столицы отечественные троллейбусы и разобрать контактную сеть?